Оргкомитет первого украинского гей-парада решил изменить место и формат проведения марша равенства после запрета суда организовывать субботу в центре столицы акции, не связанные с празднованием Дня Киева. К шествию в защиту сексуальных меньшинств на Украине относятся неоднозначно. Резко осуждает его церковь. Это никакое не защита прав, это пропаганда греха и разврата. Но для церкви это еще и повод говорить не только о грехах меньшинств, но и вспомнить о грехах большинства. Всеукраинское объединение «Свобода» уже заявило, что соберет свой митинг против гей-парада у Золотых ворот. Шествие, однако, решили провести, как и планировалось, в субботу, но за пределами центра Киева и в закрытом формате. Гей или лесбиянка, если они открыты в Украине, это в определенной степени герои нашего времени. Потому что в такой тотальной гомофобии, как существует в нашей стране, быть открытым очень сложно. Говорит активист борьбы за права сексуальных меньшинств Даниил Лос. В прошлом году гей-парад в Киеве так и не состоялся из-за нападения на его организаторов.